объяснял, как это можно. Я вот это вот сейчас снимаю дорогу, которая называется улица Городок, очень живописно. Там написано: звенигородцы, мы потомки великих героев, не отдадим свой город бетонным джунглям. Представляете? Так вот показать такое видео, где скажут, ну, это какой-то лес там, чаще, это Кремль Звенигорода, улица Городок называется, понимаешь? Потрясающе. Ее назвали, когда это все возникало, собор строили, тут действительно ходили люди. И так они название оставили. А слава богу, ее не замостили, ну как вот у Пушкина. В Михайловской тоже не стали же мостить, да, и говорят, оставим как было, пешком надо ходить. Mm-hmm.